Улицы Березова и Ольхова в Видном в первой половине дня 20 октября были перекрыты правоохранительными органами. Перекрыты в связи с террористической угрозой и перекрыты ненадолго, так как тревога, к счастью, значилась как учебная. Террористы захватили троллейбусный парк, взяли заложников в троллейбусном парке. Выехала оперативная группа на место происшествия, которая, к сожалению, была расстреляна. Это легенда. Согласно ей, террористы захватили предприятие города, уничтожили оперативную группу, выдвинули требования. Как только дежурный принял учебный звонок, был собран оперативный штаб. Представители администрации Ленинского района, ФСБ, УВД, а также МЧС совместно составили план мероприятий. Выехали к месту событий. В общей сложности было задействовано 100 человек. Блокировка улицы, выставлены посты охраны, посты отцепления. Потом работает здесь внутри группа, функциональные группы работают. План антитеррористической защищенности был отработан профессионально. Жители города, скорее всего, даже не заметили прошедших учений. К сожалению, ситуация в мире такова, что к подобному развороту событий органы внутренних дел должны быть готовы в любой момент и в любом месте. Татьяна Кременецкая, Евгений Петров, Анастасия Нурхонова, Видное ТВ.